Наш корреспондент Мария Акимова в эти выходные интересовалась не только историей, но и модой. В Самаре грандиозным показом завершились 16-е поволжские сезоны Александра Васильева. Жесткий конкурсный отбор и блестящий финал. Кто не побоялся отойти от основной темы творческого марафона и как дизайнер-самоучка заслужил похвалу вместо модного приговора? Асимметрия во всем. 16-е поволжские сезоны предложили начинающим дизайнерам отправиться в неоконченное путешествие во Францию. Но многие участники не побоялись отойти от предложенной темы и вдохновились мифами разных народов мира, литературными шедеврами и азиатской культурой. Японская мода развивается абсолютно своей, в своей культурной сфере, в своей национальной среде. Все-таки страна довольно закрытая, и менталитет очень сильно отличается от нашего. Поэтому мне было интересно это изучать. В моих нарядах я использовала принт с... мой авторский принт, который я нарисовала и я напечатала. Молодые и креативные не скрывают. В фестивале принимают участие не ради призов и признания публики. Главное – услышать мнение профессионального жюри во главе с маэстро моды Александром Васильевым. Я с большой радостью открываю в Самаре, в прославленном академическом театре оперы и балета, 16-й сезон, поволжские сезоны Александра Васильева. Для меня это большая честь и радость. Фестиваль уже давно перерос рамки регионального. За всю историю он собрал больше 1000 дизайнеров из 42 городов России и стал символом губернии во время проведения чемпионата мира по футболу 2018. Мы очень рады, что этот фестиваль проходит всегда при поддержке правительства Самарской области. И уверены, что еще многие-многие годы Александр Васильев будет каждый год привозить к нам этот проект. В этом году финал поволжских сезонов прошли 24 коллекции молодых дизайнеров. Это те, кого уже знают по прошлым фестивалям, и совершенно новые имена. Они прошли жесткий отбор и заслужили право представить свои работы на самом профессиональном подиуме Поволжья. А это уже большая победа. Ну а главный приз достался участнику из Курска. На поволжских сезонах дизайнер-самоучка успешно дебютировал сразу с двумя коллекциями. На создание этой его вдохновила византийская императрица Феодора. Это больше полет моей фантазии, но с акцентом в историю. В таком парнике комфортно? Очень комфортно, да. Замечательно. Я бы каждый день его носила, на самом деле. Да. Помимо конкурсного отбора и финального показа в рамках фестиваля открылся шоу-рум, где можно было примерить и даже приобрести одежду с главного подиума Поволжья. Мария Акимова, Виктор Соколов, Новости Губернии.